Россияне требуют повысить разрешенный минимальный возраст на продажу алкоголя. Законодатели и общественники обсуждают минимальный возраст для продажи алкоголя в нашей стране и предлагают повысить до 21 года, как заведено в ряде европейских стран. Общество готово поддержать и одобрить эту инициативу. По данным социологов ЦИОМ, за повышение в России минимального возраста покупателей спиртного высказывается подавляющее большинство граждан – 77%. Этот показатель в последние годы держится на стабильно высоком уровне и ниже 3/4 от общего числа опрошенных пока не опускался.